здравствуйте. Вот, сейчас мы записываем альбом, уже заканчиваем, вот, пишем англоязычный альбом, и вот была у нас сейчас песня, называется Open Your Hearts, она про то, что открывайте свои сердца к новому, к лучшему, вот, и мне помогали маленькие вот детишки. И... Я слышала, что детишки говорят на латышском, то есть это детишки из Латвии? Из Латвии, да-да-да. А как так получилось сотрудничество именно с детьми из Латвии? Они прям вот работали тут, занимались, и все выучили, и мы встретились, и все получилось, как будто бы репетировали годами. Ну, наверное, такой избитый вопрос, но все же, что ты пожелаешь молодым артистам, конкурсантам, которые, так же, как и ты год назад, очень переживают, у них все только впереди. Завтра первый конкурсный день. Какой день тебе кажется самым сложным? Мне кажется, все дни, ну, довольно сложными в плане эмоциональном. Это такое прям супер большое испытание. Но тут такие конкурсанты, что я думаю, что все будет круто у каждого из них, потому что они очень талантливые. Я слушала, у меня мурашки по коже от каждого из них. И это будет большое наслаждение для тех людей, которые здесь присутствуют. Вот. А ты выступала только сегодня или еще планируется выступление в рамках... Новой волны? Да, в этом году. В этом году, наверное, детское еще будет выступление. Да. А так у нас еще какие-то выступления, так... другие. Ну что ж, рады были тебя видеть, прекрасно выглядишь, успехов, всего хорошего. Спасибо вам.